МВФ обновил прогноз для экономики Украины. Фонд обнародовал доклад о перспективах развития мировой экономики. Международный валютный фонд, МВФ, прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%. Об этом говорится в октябрьском докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, передает Униан. Ранее, в своих апрельских прогнозах, МВФ обнародовал аналогичные показатели ожидаемого роста ВВП Украины в текущем году и инфляции на конец периода. Прогноз для Украины на 2018 год также остался неизменным, с ростом ВВП на 3,2% при инфляции на конец периода в размере 7%. Дефицит текущего счета платежного баланса, по прогнозам МВФ, составит 3,3% ВВП в 2017 и 3% ВВП в 2018 году. Показатель безработицы фонд ожидает на уровне 9,5% и 9,3%, соответственно. Как сообщал корреспондент Нет, ранее Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на 2% при инфляции 10%. Напомним, в сентябре этого года в Украине была зафиксирована инфляция на уровне в 2% по сравнению с 0,1% дефляции в августе. В годовом выражении инфляция достигла 16,4%, а с начала 2017 года на 10,2%. По материалам сайта newsgro.com.